Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по инициативе Банка России. Добровольная электронная продажа полисов ОСАГО осуществляется страховщиками с 1 июля 2015 года. За этот период было продано несколько сотен тысяч электронных полисов. Онлайн-продажи позволят существенно повысить доступность услуги ОСАГО и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий современным требованиям финансового рынка уровень. Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома. При этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы приобретения электронного полиса через агентов и других посредников незаконны. Проверить, есть ли у компании действующие лицензии, можно на официальном сайте Банка России. Необходимо отметить, что приобрести электронный полис ОСАГО теперь смогут водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно будет и на новый автомобиль. Процедура покупки электронного полиса достаточно простая. Для нее потребуются те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе. Паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта для автомобилей старше 3 лет. Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить от нее идентификаторы для доступа в личный кабинет, логин и пароль. Идентификаторы передаются автовладельцу по электронной почте, смс-сообщениям, либо при личном обращении в офисе страховой компании. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в электронной форме. Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской карты на своем официальном сайте. Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости. Реализация данной меры позволит автовладельцам сэкономить время в очередях, избежать необоснованного отказа страховых организаций от заключения договора ОСАГО и навязывания дополнительных услуг. Возможность застраховать свою гражданскую ответственность, не выходя из дома, особенно важна для граждан, проживающих в отдельных населенных пунктах, где нет офисов страховых организаций.